Приветствую вас на канале Самоделушки. В этом видео я расскажу о том, как шить сумку с цельнокроенной ручкой для куклы. Нам потребуется бумага, карандаш, ножницы, нитка и иголка, фетр двух цветов. Если фетра нет, можно использовать вот такого вида салфетки хозяйственные, которые продаются практически в каждом магазине. Они, конечно, уступают по свойствам фетру. Фетр намного лучше. Но если нет возможности купить фетр, такая салфетка вполне подойдет. Они тоже бывают разных цветов. Значит, нужно двух цветов фетр, бумага, сантиметровая лента. Для начала я нарисую эскиз будущей сумки. Вот примерно такая у меня будет сумка. Я могу изменить немножко форму ее, могу сделать вот ее в виде трапеции. Или, допустим, могу сделать ее совсем круглой, вот такой вот. Но это каждый делает по своему усмотрению. После того, как я определилась с внешним видом сумки, я вырежу макет. Чтобы удостовериться, что макет будет симметричный, я сложу пополам. Теперь мне нужно выкроить две таких детали из фетра. Вот у меня две заготовки будущей сумки. Теперь я вот таким образом обрежу ручку у шаблона. Получу вот такую деталь и вырежу две такие заготовки из фетра. Теперь я накладываю декоративные элементы. У меня будут маленькие пуговички. Если маленьких пуговичек нет, можно, к примеру, использовать бисер или любые другие элементы, которые есть дома. Так у меня будут располагаться пуговички. И еще тоненькие полосочки фетра я пришью вот так. Теперь я измерю получившуюся сумку сантиметровой лентой. У меня получается 13 сантиметров. Я выкрою из фетра полоску шириной примерно 1,5 сантиметра и длиной 13 сантиметров. В общем-то, все детали выкроены. Теперь осталось сумку сшить. Для начала я пришью все разложенные здесь элементы к основным деталям. Пришивать я буду вручную небольшими стежочками. Вот так выглядят нашитые элементы. Теперь мы пришиваем среднюю часть. Следим за тем, чтобы узелок оставался внутри работы. Точно так же мелкими стежочками начинаем пришивать. Вот так вот выглядит пришитая деталь. Теперь нам нужно пришить ее к другой части сумки. Точно так же оставляем узелок в середине работы и пришиваем мелкими стежками. Ну вот и все, сумка готова. Она получилась достаточно вместительная, в нее поместится много кукольных предметов. Всем приятного творчества!